К другим темам. В Казахстане самый дешевый бензин по сравнению с некоторыми странами СНГ и Европы. Об этом пишет РИА Новости. Так, цена за литр бензина АИ-95 в среднем равна 174 тенге за литр. Вслед за Казахстаном в рейтинге самого дешевого топлива идут Россия 276,5 тенге, Беларусь 316 тенге и Украина. А вот по доступности бензина Казахстан в рейтинге европейских стран занимает 18 место. Так, на среднюю заработную плату в республике можно купить 843,5 литра бензина. Самое доступное высокооктавное топливо, по данным рейтинга РИА, реализуется в Люксембурге. Там на среднюю заработную плату можно приобрести 2855 литров бензина, а вот в Украине житель со средним достатком может позволить приобрести только 279 литров топлива.